Вот, смотри, я купила же покрывальце под мои подушечки. Вот. Видишь, как классно смотрится. И котик на покрывале. И мои подушечки. И здесь вот так. Вот так. Классно. Ты-то чего тут? Ты-то чего тут делаешь? А ты кто такой? Кто такой? Давай, до свидания. Иди, я погладжу. Ты не хочешь, чтобы тебя гладить? Ты не хочешь? Я просто погладить, Марс, я же ничего. Видишь, тоже меня радует. Такая радость. Угу, видишь? Вот такие вот. Вот такое покрывальце. Издалека. У меня штатива нету, кстати. Вот все говорят про штатив. А у меня вообще штатива никакого нету. Надо какой-нибудь штативчик купить, что ли. Чтобы можно было снимать. Вот, вот, вот. Ему так нравится, я расстелила, так он балдеет тут. Видишь, балдеет. Ой. Всем привет! Ну что, хочу показать свои мелкие покупочки, которые я купила. Вот, кое-что из косметики. Ну, не из косметики, а из там крема. Вот, и вот такой, смотрите, я купила вот такую штучку. Для чего мне ее приспособить, я пока еще не придумала. Кто подскажет? Вот взяла, мне так понравилась она. Такая вот, смотрите, она. Это я сейчас крема запихала, которые я буду показывать. Вот не знаю, для чего купила. Купила, а теперь думаю, для чего, девочки. Ну, вот такая вот необычная штучка. Вот она. Да. Так, а что тут написано на ней? Ну, как бы... Так. Органайзер для хранения. Корзина. Ну да, для хранения. Понятно, что это органайзер для хранения. Он такой, знаете, мягенький такой, классненький. Вот. Но крема у меня стоят в другом совершенно месте. Я точно не для кремов. Это я просто их собрала сюда. Вот. Значит, что я хочу вам показать. Во-первых, что я купила. Начинаем. Ой. Начну с Гарньер. С Гарньер начну. Так, смотрите. Ну и скажу вам пользу уже. Я просто уже этим всем попользовалась, значит, и скажу. Вот такой галуроновый алоэ гель пенка купила. Очищает и сужает поры, все типы кожи, даже чувствительная, для умывания. И купила, значит, вот, галуроновый алоэ гель, увлажняющий гель. 48 часов освежает, придает уже для нормальной кожи лица, дерматологически протестировано. Значит, сначала начну вот про вот это вот, скажу. Значит, тут много чего написано. Так, на ногти мои не смотрим, они ужасные. Еще ничего не сделала, не вышла моя девочка, она с ребенком до сих пор сидит. Так, на самоизоляции. Обогащенный органический алоэ вера интенсивно увлажняет. Обогащенный гиалуроновой кислотой натурального происхождения. Так, ну, в общем, девочки, дневной, ночной, это маска, его можно использовать как... Значит, сейчас я вам скажу. Дневной это нанесите на чистую кожу увлажняющий на 48 часов. Ночной нанесите на чистую кожу для интенсивного восстановления уровня увлажненности кожи. И заметно более отдохнувшей кожи с утра, не знаю. Нанесите толстым слоем для интенсивного увлажнения, восстанавливая упругости кожи. Оставьте на 3 минуты, если необходимо, удалите излишки с помощью ватного тампона. Ну, что я могу сказать? Кожа более упругая, мягкая, свежая. Мне не понравился он, честно вам скажу. Почему? Сейчас я его... Вот, видите, он как гель. Видите, он гель такой. Вот. Он напоминает мне маску. Когда, знаете, маска такая застывает на лице. И, в общем, вот такая вот маска. Ну, не понравился, точно могу сказать, не мое. Я, во-первых, не люблю это стягивание кожи. Это как целый день ходил вот, со стягиванием. Знаете, кожа становится такая, как... ну, какая-то, я не знаю, ну, не блестящая, а такая лаковая, как лаком покрытая. Понимаете, мне надо, чтобы дышал.
Вот, чтобы дышала кожа. Нет, в общем, мне понравился очередная, как говорится, моя бессмысленная покупка. Так, дальше. Вот такой вот. Вот пенка, кстати, очень-очень неплохая. Действительно, прекрасно смывает, девочки, косметику, дозированная. Вот, пенка понравилась очень. Ее чуть-чуть на руки, и ее много, то есть она очень экономная. Вот, я смываю косметику, великолепно смываю косметику, гиалуроновый алоэ гель пенка. Вот пенку я могу посоветовать, кто пенками смывает косметику, не там, не чем-то другим. Вот могу вам точно посоветовать, и действительно никакое раздражение кожи. Вот пенка шикарная. Гель нет, девочки, нет. Значит, ну вот, это дальше смотрим, что у меня здесь. Да, дальше следующий пошел. Поддалась я всеобщему в свое время, всеобщему ажиотажу по поводу корейской косметики и купила, вот они, антивозрастной крем, вот этот вот, с улитками, то есть на основе улиток. Девочки, ёлки-палки. И, значит, купила еще вот этот вот. Я не знаю, может, это я такая, я не могу понять. И купила плацента, это вот эти вот патчи. Патчи, да? Девочки, может, тоже корейская косметика. Вот купила, значит, я еще один кремчик купила, но он мне нравится. Там крем шикарный. Там крем на основе женьшеневой. Я сейчас, если найду, я вам его покажу, потому что он у меня все уже закончился практически. Там чуть-чуть осталось. Он вообще великолепный. Вот единственное, что могу точно посоветовать. Вот это хрень. Это хрень. Сразу могу сказать, сейчас я его открою и вам покажу. Продолжаю. Вот они патчи. Здесь вот, естественно, такая лопаточка. И вот они, золотые патчи. Пахнут очень вкусно, очень увлажненные. Все как бы супер-пупер. Девочки, но у меня после них просто глаза, я не могу вам объяснить. Они как надутые глаза после них. Просто это вообще, это ни о чем. Вот крем сам. Он пахнет тоже очень вкусно. Девочки, но ни о чем. Вот просто ни о чем. Он ничего мне не дает абсолютно. Я говорю, я не знаю, может быть, это я такая. Вот, патчи такие красивенькие, да, их прикладываешь, все замечательно. Нет, ничего замечательного нет, у меня как будто аллергия на них. Я не знаю, может, я еще раз говорю, может, это я такая. Кому, блин, подарить бы их? Ну, может быть, кому-то они подойдут, это мне. Ну, так-то все сделано замечательно. Видите, здесь такая лопаточка закрывается. Вот, закрывается, то есть все замечательно. Сейчас поближе покажу еще разочек. Вот она такая, фирминг хидрогель патчи. Значит, тоже я так поняла, что это с улитками, made in Korea. Вот они, корейская. И вот это вот, тут даже улитка нарисована, видите, антивозрастной крем. Так, тут что-то по-русски есть. Здесь даже по-русски ничего нету. Снимаю здесь, потому что здесь больше всего света. Больше всего света у меня здесь на кухне, поэтому и снимаю здесь. Вот, девочки, вот такой. Еще раз могу показать текстуру его. Вот он. Он как бы вроде жирный, я люблю. Жирный, пахнет вообще офигенно. Запахи у них прекрасные. Ну, в общем, кто хочет попробовать, попробуйте. Я не советую. Короче, я, девочки, не советую. Так, дальше. Так, значит, вот то же самое. Купила, значит, это в прошлом году, ездили в Турцию. Мне сказали, ой, турецкая косметика под глаза. Крем от темных кругов вокруг глаз. Вот видите, даже у них всегда все по-русски написано. Вот. Ну что вы, девочки, ну, ничего интересного в нем нету. Ничего. В общем, Зен какая-то их фирма, что ли. Да, марка Зен. В общем, тоже мне сказали, все натурпродукт, все натуральное. Вот. Видите, написано орган ойл. Органическое масло, наверное, витамин Е. В принципе, все прекрасные эти самые ингредиенты. Грейп силд ойл,
Seed oil, тоже какое-то масло, наверное. Алео вера. Алоэ вера. Кстати, сейчас везде алоэ вера. Вот, девочки, какой... алоэ вера берите и покупайте. Так, дальше. Экстракт чего-то там. Ши баттер. Ага, масло ши. Алмонд ойл, тоже какое-то масло. Ойлд тоже. В общем, барадж ойл. Ну, кто знает, витамин Е, ремори, экстракт. То есть, девочки, я так понимаю, что все натурпродукт. У меня ничего, девочки, опять-таки, у меня под глазами только все опухает от этих, и у меня какая-то аллергия. Я очень гипераллергенная, у меня кожа, поэтому... Поэтому, девочки, что могу, а теперь что могу точно посоветовать, и я уже о некоторых вещах говорила. Вот вам эта импортная дорогущая косметика. Но говорю, что вот, это могу посоветовать точно. Из этого всего остального ничего не могу посоветовать. И, девочки, крем для лица ланолиновый. Лучше ничего нет. Дышит крем, лицо... Кожа просто, вы знаете, преображается, буквально намажешь, вышел на лицо, вот, фу, на лицо, намазал на лицо, вышла на улицу или дома, ну, буквально минут через 10 у вас кожа, как у молодой девушки, я серьезно вам говорю. Кожа прекрасная. Вот я вам уже говорила. Вот это наша Невская косметика. Тут действительно натуральный крем. Недорогой наш русский крем. Я вот просто советую, девочки. Вот серьезно. Да, кстати, посоветуйте все-таки, что сюда можно... Ой, крема точно нет, девочки. Крема у меня стоит в другом месте. Вот, крема точно нет. В общем, подумаем, да? И сейчас покажу вам женьшеневый крем, который универсальный. Ну и женьшеневый питательный крем. Все, у меня его осталось. Там вообще просто уже я его выдавливаю. Вот, вот эта фирма Мизон. Девочки, экстракт, вот содержит экстракт женьшеня. Это что-то. Вот это что-то. Значит, смотрите. Сапонин женьшеня улучшает иммунную активность, придает коже упругость. Значит, производитель Мизон, производитель Косон. Кто, в общем, вот надо заказывать. Если вот, вот тут написано, я обязательно закажу себе еще такой крем. Это не крем, это сказка. У меня уже он это самое, это сказка. Просто вот он, вот этот крем замечательный, замечательный, но он жирноватый, да, немножко, знаете, немножко, намажешь, чуть-чуть дискомфорт, да. Вот этот крем, никакого дискомфорта, он никакой не жирный, он просто ложится идеально на кожу, и буквально минут через 5 у вас уже кожа светится изнутри, понимаете? То есть до такой степени он просто молодит, вам больше не надо ничего. Я не накладываю, честно говоря, вообще не пользуюсь, например, никакими... Ну, я немножко, может быть, пудрой иногда пользуюсь только от солнца. Вот. А тональными кремами я не пользуюсь вообще, девочки. И вот этими, вот этот крем, вот просто, я вам говорю, лицо становится, вот особенно вышел на улицу, особенно зимой, или да и летом тоже, когда, знаете, так солнышко припекает, или когда ветер там... Все, личико становится замечательным. То есть, вот серьезно, оно просто молодит. Вот, вот, девочки, советую всем. Ой, всем советую. Тоже это вот вроде бы корейское. Вот, смотрите, да? Вот оно, корейское, я так понимаю. Так, ну и, девочки, вот это тоже могу посоветовать. Я уже вроде показывала. Значит, вот Сьюз, это фирма. Очень хорошая вещь. Без утяжелителей, питания и уход. То есть, когда помоете на сырые волосики, наносите великолепно. Значит, цвет волос ваш улучшает. Значит, что тут, для чего тут? Для обеспечения питания и ухода без утяжеления. Наносите на подсушенные полотенцем волосы, не смывая, для придания прическе блеска и гладкости нанесения. Сухие нанесения на сухие волосы. Это если придание блеска и гладкости. Девочки, действительно, действительно, не могу ничего сказать. Очень нравится. Чуть-чуть надо, в общем, попробовала. Мне это очень-очень понравилось. Вот такая вот фирма. Вот такой абсолют эликсир.
100 миллиметров. Так, ну что, вот я вам показала свои новинки, которые я недавно приобрела. Вот, и сказала свое мнение. Смотрите сами. Но для меня, я вам говорю, вот для меня фавориты. Вот этот женьшеневый, это на первом месте, на второй наш питерский ланолиновый. Ну, вот этот Сьос на третьем месте. Пенка замечательная, ничего не могу сказать. Все остальное, девочки, я бы вообще не покупала. Так что вот можете еще раз посмотреть, несмотря на их типа натуральность. Так что все. Пока-пока.